Утім, в Україні одна з галузей, де завжди потрібні працівники – вугледобувна. Саме вона є запорукою енергетичної безпеки. Про це нагадав співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Він привітав гірників із професійним святом, яке відзначають в останню неділю серпня. Для більшості міст на Донбасі це одне з найважливіших свят. Окрім Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей, вугілля видобувають на Львівщині та Волині. Юрій Бойко пообіцяв повернути престижність та затребуваність професії. День шахтера всегда очень знаковый и важный праздник для нашей страны, потому что угольная отрасль – это одна из основ нашей энергетической безопасности. А труд шахтера, он опасен, тяжел, но в то же время очень почетен. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех шахтеров с профессиональным праздником, сказать, что временные трудности, которые были и пока остаются, они будут преодолены, и мы вернем вот этот престиж профессии на тот уровень, который они заслуживают. Люди, которые, рискуя жизнью, добывают важное для страны энергетическое сырье, они будут востребованы, они будут почитаемы, и мы сделаем все, чтобы они чувствовали себя в стране защищенными. Я хочу поздравить всех наших шахтеров, сказать профессиональный лозунг, чтобы число спусков равнялось числу подъемов, чтобы не было аварий, травм, погибших, чтобы все люди были живы, здоровы, и шахтеры чувствовали, что страна о них заботится. С праздником, с Днем шахтера!